Здравствуйте, дорогие телезрители! Я хочу сегодня вам рассказать о такой траве, как мокрица. Вот она передо мной. Многие хозяйки считают ее как сорняком. Она произрастает на участках и рвут ее. Но эта трава сама по себе уникальнейшая трава, потому что она содержит практически всю таблицу Менделеева. То есть это своего рода как и витаминная бомба, так и минеральная. То есть все, что надо организму, в этой траве находится. Поэтому, дорогие хозяюшки, не рвите ее на даче, а используйте эту траву. Она очень мягкая, очень нежная трава. И эта трава, она идет и в салаты можно добавлять. Будете получать витамины. Добавляйте в салаты огурцы, помидоры и мокрец. Эту траву используют в народной медицине. Она обладает очень мощным средством, противовоспалительным. То есть ее можно прикладывать к суставам, как компрессы делать, на ночь компрессы. Выводит боли из суставов. Также прикладывают мокрец, когда болит поясница. Приложить мокрец на ночь, и поясница к утру пройдет или станет, и станут боли гораздо меньше. Также эта трава, заваривая ее, ее пьют. Пьют ее для того, чтобы восстановить функции организма. То есть она повышает иммунитет организма. Выводит токсины из организма. То есть это уникальная трава. Используйте ее в своей жизни. Делается следующим образом. Если пить траву, то примерно десертная ложка травы, можно и столовую ложку, потому что трава абсолютно не токсична, на стакан кипятка заваривается и пьется по 1/3 стакана 3 раза в день. Пропейте эту траву 21 день, и ваш организм очистится от солей, от шлаков, от токсинов и от прочих неприятностей. Употребляйте траву эту как пищу, так и для лечения своего. Будьте здоровы! До свидания!